Dear professors, thank you for finding time to talk with us. Уважаемые профессора, спасибо, что нашли время принять участие в этом интервью. Меня зовут Мири. My name is Mary. I'll be interviewing you today. But first, could you please introduce yourselves? Меня зовут Мири. Я буду вашим интервьюером сегодня. Но прежде чем мы начнем интервью, прошу вас представиться. Please. My name is Rui Pedro Lopes. I'm from Portugal, University of Bragança. My main interest is information systems and innovation, more specifically distributed systems, operating systems, and I have the great pleasure to help organizations to work better. Thank you. Профессор Йоцов, Владимир Йоцов из Болгарии, Университет библиотековедения и информационных технологий. Мои научные интересы включают довольно широкую область, можно сказать, в основном интеллектуальные системы кибербезопасности. Здравствуйте, я профессор Евгений Витус, Россия, Университет пищевых технологий, город Москва. Тематика моего здесь курса лекционного – это актуальнейшие темы. Инновационные технологии нетканых материалов, пищевой, перерабатывающей легкой промышленности, которые в настоящее время используются практически во всех отраслях, начиная от космоса и кончая, значит, вооружением, и в быту, и в медицине. Тематика очень актуальна, учитывая, что для Казахстана это тоже, так сказать, имеет большое значение, так как Казахстан – богатейшая страна сырьем. Поэтому, в общем-то, моя цель здесь как раз вот это направление развивать и вместе нам работать дальше. Спасибо большое. Я доктор Кац, Израиль, университет Ариэль, академический колледж Шами Шамон при университете имени Бен-Гуриона в Бершеве. Специализация гидромеханические процессы, аппараты, химические технологии. Бывший профессор этого университета, института еще. The first question I would like to ask is, what are your impressions about your university? All universities, every organization is struggling with development. And what I find more interesting about universities is that there we can feel need for improvement, constant improvement, and people is really willing to advance, to work better, and to work towards quality. Я могу сказать несколько слов. Значит, университет, конечно, производит очень большое впечатление, так как это настоящий классический университет государственный, вот, который имеет солидную базу и материальную, и базу классическую профессоров. Вот, я здесь уже не первый раз уже. До этого я приезжал, значит, мы проводили совместные исследования с филиалом кафедры технологий текстильных производств фабрики Пош, на которой установлено самое современное оборудование, которое открывал лично президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в общем-то, и колоссальное оборудование. Честно говоря, мне было участвовать очень интересно и приятно в такой работе. И во всех, так сказать, поэтому я никогда не отказываюсь лишний раз, чтобы нам продолжить сотрудничество с факультетом, с вашим университетом. Я приезжаю сюда во второй раз, хотя первый раз я приехал по проекту в прошлом году. И хочу сказать, что, конечно, я считаю, что оборудование в области моих исследований на довольно высоком уровне, преподавание также. Мы взаимно учимся друг у друга, но для того, чтобы приехать, надо все-таки, чтобы что-то привлекло, так что обстановка благоприятная. И довольно творческая, надо сказать. Получаются хорошие результаты. Ну, а я что могу сказать? Я первый раз. Но зато 26 лет я провел в этом и в трех этих институтах. Сначала гидроинститут, потом технологический, потом пединститут. Везде я побывал на должности заведующего кафедры. Вот. И здесь же я вклинился в науку, связанную с фосфорной промышленностью. Создал здесь группу из как раз студентов гидроинститута. Некоторые из них выросли до кандидатов наук. Сам стал где-то в 90-м году доктором наук.
И я, как помню, был тут четвертым профессором в технологическом институте по тем временам. Сейчас я вижу, вот бывшие мои студенты, оказывается, вот многие руководители университета. И когда они знают, Валерий Яковлевич, мы у вас учились, я сразу спрашиваю, а что я вам поставил по теоретической механике? Все, кого я спрашиваю, говорят, вы нам поставили 5 баллов. Значит, мы их хорошо учили. Ну, интерьеры, вижу, все шикарное стало, университет уже похож на университет. Израильские университеты, я скажу, проигрывают некоторые. Но многие здесь не знакомы с рейтингом, потому что израильские 9 университетов, из них 4 мирового рейтинга. Буквально в двадцатках есть по мировому рейтингу. И вот поэтому здешние преподаватели, студенты нуждаются в понимании, к чему же стремиться. Какому рейтингу, что в него входит? Вот как раз, да, по направлению рейтинга у нас сейчас ведется очень активная работа. Сейчас руководство понимает, что это очень одна из важных направлений. Я хотел сказать, что вот наш университет, Московский университет пищевых производств, у нас в рамках договора с Тараским государственным университетом сейчас очень активно вот с этого года развивается академическая мобильность. У нас заключено дополнительное соглашение, и 9 ребят, студентов из вашего университета, уже у нас с сентября учатся в Москве. Вот. И, значит, в конце учебы они получат наш диплом российский и одновременно получат диплом Тарасского университета. Но вот те директора институтов и заведующие кафедры, где они вот сейчас проходят обучение, очень довольны подготовкой студентов вот, вашего университета. И вообще, в целом, это хочу ответить, хорошую подготовку студентов Казахстана. В Казахстане в целом. Поэтому нас всегда ребят с удовольствием берут из Казахстана. Ребят. И вот сейчас, значит, у нас еще намечается следующий вопрос. Это вопрос открытия филиала, московского филиала, вот здесь, в Торгу. Наши два ректора как бы дали согласие. Вот сейчас будет теперь определенное мероприятие в этом направлении проводиться. Это не так быстро делается, но тем не менее уже начало положено. Какие работы проводятся с университетами, с израильским университетом, допустим? Какие планы намечаются в будущее? Планы такие, что надо действовать с головы. Нужно, чтобы или посол казахстанский в Израиле разговаривал с президентами и ректорами университета, или министр с министром. Но у нас пока еще, к сожалению, правительство не создано. Профессор Йоцов, расскажите, пожалуйста, про планы с Болгарским университетом. Ну, мы также подписали в прошлом году договор о двудипломном сотрудничестве. Но так же, как и вот с Израилем, аналогичная история есть, так сказать, препятствия. Очевидно, придется договариваться на уровне Министерства иностранных дел, потому что Казахстан вне Европейского Союза, а в Болгарии для студентов вне Европейского Союза выдача виз сравнительно сложнее. В общем-то, надо решать некоторые вопросы, но мы открыты к сотрудничеству. Профессор Рыбада, could you talk about mutual work or cooperation projects that both of our universities are working on? Mm-hmm. Sure. It all started a few years ago. We started with Erasmus Plus project, ICN, which allowed the mobility of students. And so students started by moving between institutions, and then we saw the opportunity to develop some double degree programs in chemistry and information systems. And of course, the relation approached mm-hmm. even more. Mm-hmm. And there are the opportunity to develop and propose more projects of development, both scientific and technological mainly, and also with support for education at a higher level. Угу. Профессор Битус, вы говорили о практической стороне обучения, то, что вы сотрудничаете на уровне с
текстильной фабрикой, что в прошлом году запустился вот этот проект. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее об этом проекте? Значит, проект называется «Инновационная технология получения нетканых материалов». Вот, и одним из элементов этой программы, в том числе ресурсосберегающей технологии, является вот как раз инновационная технология получения нетканых материалов. Вот, ну, в данном случае мы вот сейчас с кафедрой разрабатываем вот такой проект, который касается технологии, разработки технологии нетканых материалов именно строительного назначения, из того сырья, которое последние 10 лет просто сжигают шерсть. Это же кощунство, сжигать шерсть, грубую шерсть. По нашим технологиям из этого продукта сейчас уже наработали некоторые наработки. Уже два типа у нас получено, два ассортимента строительного назначения, утеплителей различных, кроме того, термовойлоков различных и так далее. И думаем, что будем продолжать и дальше. Вот, я еще раз хотел пригласить студентов вот из ТОРГУ, тем более у нас была встреча с ректором, мы с удовольствием принимаем к себе переводом, вот как мы сейчас занимаемся, двойные дипломы. И хотел подчеркнуть, что это все бесплатно. А, профессор Йоцов, вы специализируетесь по кибербезопасности. Mm-hmm. Что бы вы посоветовали нашим студентам, которые интересуются вот развитием своих навыков в этой области? Ну, это быстро развивающаяся область. То есть надо все время читать. И, как я уже сказал, область современной кибербезопасности в центре пересекается с интеллектуальными системами. Мышление машин математическое, так что и математику, и программирование, и много других вещей надо учить. Ну, все это в комплексе. Профессор Кац, какое напутствие вы бы дали бы нашим студентам? Вот я скажу, в федеральных школах после 8 класса уже проводят психотест, и на основе этого результата вопроса психологов и оценок его уже направляют, специализируют по какой-то, значит, в области знаний. Вот. Поэтому вот я бы посоветовал студентам буквально с первых курсов, с первых дней обучения рассмотреть, к чему же они стремятся, в чем их талант, и в этом направлении расти. And the last question, Professor Ripedo, what kind of recommendation would you give to our students? The recommendation is not only for students. Okay. Learning process involves many parties, okay, teachers, organizations, students, and family. And the recommendations should go to everyone. The first one for everyone, but particularly for students, is learning is difficult, learning is hard, and learning only happens if we spend a lot of effort to it. The higher the obstacles, the higher the development, the evolution. And so students should expect to work a lot, to have an increasing level of obstacles during the learning process. And of course, the role of the teacher is not to tell them how to get there, is to help them to get there by building the obstacles and helping them reflect on the steps. And so, this is a complex situation, but don't expect to learn or to work without difficulties. Mm-hmm. The more you apply now, the more you'll be able to achieve in the future. So, hard work, joy in doing what one does in relation to the area, and look forward for a bright future. Okay. Thank you very much for participating in this interview. Спасибо большое за участие в нашем интервью.